В чем я хожу? В чем я хожу? В обносках, в гражданине. Как Золушка. Всем все привозят, все покупают, а мне... Всем доброе утро, друзья! И в продолжение вчерашнего видео, значит, сейчас о тряпках, поэтому, девочки, чуть-чуть для вас. Что купили вчера? Так подробно не буду показывать, но мне нужно было мужу купить шорты разные, поэтому мы купили голубого цвета шорты. Я себе купила платье и купила только вот три футболки. Малиновую, вот такой голубой, голубовато-лазурно-бирюзовый и фуксию цвет. Три футболки себе купила только, больше ничего. Зеленая, белая, желтая, красная мужу. Мужу вот эти все футболки цветом купили. Значит, это было поло футболки, а эти футболки уже Хилфигера. Это Хилфигер футболки, но они тоже разные. И купили тоже летние льняные шорты. В общем, двое льняных, натуралки такие классные, и спортивные шорты. И я себе взяла платье, сарафанчики. Значит, вот в Карле я взяла, в Карле, в моем любимом. Называть цены не буду, девочки, недешево, поэтому... Зачем называть цены? Кто в этом понимает, в фирме и так далее, знает цены, тот и так знает цены. Сколько это стоит? Это шелк. Это все шелк. Показывать не буду, все будете видеть на мне. Это платье я снимала вам как раз сарафан в этом. В магазинчике. У него вот такой низ. Значит, верх у него покороче, низ у него подлиннее. Все это шелк-шелк. Вообще просто офигенское качество. И вот такой вот сарафанчик на бретельках. Тоже он легкий. Такой он разноцветный. Такой, знаете, вообще класснючий. Вот так вот он. И просто он прямой покрой. У него как футляр. И вот такие как бы такие легкие рюшки. Так. Грубо говоря, вот так вот. Такой симпатичный, классно сидит. А вообще, Карл сидит вообще шикарно. Когда вы знаете свой размер, сидит просто классно. Но, что самое интересное, у меня вот эта модель и вот эта модель три разных размера. То есть вот этот фасон надо брать больше на размер, вот такие платья. Почему? Чтобы они не сидели в натяг, как на тумбе. Такие платья, вот когда вот такие вот шелк, вот такую вот воздушность, всегда лучше брать на размер больше. Почему? К примеру, если я ношу, к примеру, S, то надо брать M-ку. Почему? А вот эта шелковистость, фалды, они лучше сидят. Ну, я надеюсь, девчонки, все вы это знаете, да? Что такие вещи размер в размер не берутся. А в размер берутся уже все остальные фасончики. Все, я разгребаю, перестирывать начинаю. Все, мне нужно постирать, повесить, погладить. Цены называть не буду. По ценам вы, кто понимает фирму, да, сколько стоит Хилфигер, сколько стоит Карл, вы все это прекрасно знаете. Фаны можно и в этом году и одеть, скажем так, и на следующий год. И все равно модель будет актуальна. Единственное, первый раз я купила желтый цвет. Не знаю. Но я загорелая, поэтому на мне этот цвет сейчас очень классно, он меня освежает. Ну, буду одевать, а вы мне потом напишите, как вам это тоже вот платье. Ну, так оно вообще воздушное-воздушное. Мне что нравится, оно еще полностью на подкладке и верх, и низ. То есть вот чем хорошо... Оно еще на такой подкладочке, которая не просвечивает. Другого цвета не было. Если сейчас спросите, Алена, может, другой цвет? Не было другого цвета. Взяла его даже чисто для того... Здесь вот есть бретельки. Его, видите, можно одевать на бретелечки. И бретелечки вот укорачиваются здесь вот.
Взяла его даже из-за того, чтобы на море одевать, как бы там же солнышко, все, и поэтому, ну, вот такую вот взяла, тоже платьице. В общем, все это будете на мне скоро видеть. Потаскаю, посмотрим, может быть, там еще что-то новенькое привезут, ну, уже попозже. Сейчас у нас даже нет времени ни кататься, ни мотаться вообще по магазинам. Дел вообще выше крыши. Все, девчонки, пошла я все это перестирывать, снимать бирки, гладить и развешивать. Друзья, хочу поделиться с вами вот этими тремя пакетиками. Меня пока не было. Представляете, мне мои подписчицы, девочки, прислали подарки. А еще один четвертый подарок мне прислала Лиля. Она сама с Калифорнии, из Лас-Вегаса. И как раз я была у своего мастера маникюра на маникюре, пришла к ней. И как раз вот Лилечка позвонила моему мастеру и сказала, что вот она тоже хочет записаться. И привезла, представляете, мне тоже подарок туда на маникюр. Вот я скоро сейчас опять иду на маникюр заново. И мне уже мастер моя позвонила, говорит: «Алена, тебе сюрпризик». Я говорю: «О, приятно как». Ну вот, пойду на маникюр, когда на маникюр-педикюр, чтобы сделать. И у меня там четвертый сюрпризик. Так давайте посмотрим, что же здесь. Друзья, я их уже открыла, пакетики, вот надрезала, чтобы мне было удобно доставать. Распечатала флакон. Как вы думаете, что это за парфюм? Какой это парфюм? Кто знает, кто угадает? Ребята, это Versace, вы представляете? Это Gold Versace, очень приятный шлейф от него идет. Вот такой вот флакончик духов. Очень приятно. Спасибо, спасибо огромное. Очень приятно и неожиданно. Так, значит, это духи. В желтеньком пакетике у нас тоже с вами парфюм. Людочка, она мне уже присылает второй раз парфюм. И это копия духов, я уже рассказывала, показывала вам их. И это мой любимый аромат 900, это Last Cherry Tom Ford. Вот он запечатан, я его распечатывать не буду, потому что у меня еще такой же флакон есть. И она знает, что я очень-очень люблю этот аромат. Но так как у меня открытый есть, я его открывать не буду, потому что аромат, я этот запах знаю. И, кстати говоря, девочки, скорее всего, чуть попозже мы будем с Людой делать розыгрыш. Поэтому у вас будет возможность поучаствовать в розыгрыше и получить ароматы. Друзья, ну а что же тут? Вот кто может вообще подумать, придумать, что же тут? Я зачеркнула адреса, как бы, ну, чтобы не было для хейта и так далее, потому что людей на голову с нездоровой психики полно, поэтому те девочки, которые хотят прислать подарок и так далее, они мне просто пишут в личку, в мессенджер, либо вот на Facebook, либо в Instagram, и как бы вот, ну, когда человек адекватный, то есть я без проблем отдаю адрес, и вот девочки делают такие классные, великолепные подарки. Как вы думаете, что здесь вообще может быть? Вот скажите честно, пока вот я не достала, вы мне напишите в комментариях, на что бы вы могли вообще подумать? Вот что здесь вообще вот в таком плоском конверте может быть? Какие ваши мысли, самые первые, возникли у вас, вы мне напишите в комментариях, догадались вы или нет. Так, ну что, ваши мысли, на что бы вы могли подумать, вы мне напишите в комментариях. Ну, а я показываю, что здесь за уникальность. Здесь, девчонки, реально уникальные вещи.
Здесь три уникальных ручной работы вещички. Значит, смотрите. Первое. Это сережки, серьги из натуральной кожи. Представляете? Нежная-нежная, прям вот лаечка-лаечка. Это сережки из натуральной кожи. Очень необычные, очень красивые, вообще просто, просто бомбические. Значит, черненькие. Вот такие золотые, так как я блондинка. Золотого цвета. Красота, да, какая? И здесь просто шедевр. Вика, это Виктория делает. Вика знает, что я люблю очень-очень жемчуг. Вы посмотрите, какую красоту Виктория создала специально. Вы только посмотрите. Это выходные такие, знаете, как бы сережки. Полностью. Здесь, значит, три слоя. Вот в этих три слоя кожи. Видите-ка, насколько они тоненькие, какие они классные. Какие они эффектные и прям вечерние. Согласитесь? Красота, красота вообще. Она делает сережки, все ручную работу под заказ. Тоже так же отсылает она их своим покупателям. У нее есть, ну, скажем так, магазин сережек вот этих вот. Но, что самое интересное, серьги она делает разные. Она может здесь с камнем сделать, с камнями, с чем хотите. Может в золотом исполнении сделать, может в серебре, может вот так вот сделать. То есть, что кому чего нравится. И она подбирает модели. Все модели чисто индивидуальные. Вот просто чисто индивидуальные. Посмотрите, какая красота. Смотрите, какая красота, да, висит. Обалденские, просто обалденские. Они нежные, нежные, нежные. Просто вот нежные. И представляете, вот это вот все ручная работа полностью. Девочки, дорогие мои, хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное-огромное спасибо за такие сюрпризы, подарки. И тем более они еще и пришли, успели к моему дню рождения. Девочки, спасибо вам огромное за такую красоту и за такие ароматы, мои любимые, вкусненькие, вообще просто обожулькины. Очень вам большое спасибо. Лилечка, а твой подарок, я когда поеду сейчас на маникюр, то я заберу его. Спасибо тебе тоже, дорогая, огромное. Ну и хочу также поблагодарить всех своих вообще зрительниц и зрителей. Ребята, вы у меня классные, потому что могу сказать, что на моем канале практически нету такого жесткого хейта. То есть, как бы вы у меня, спасибо вам за адекватность. То есть, у меня все вот собрались девочки реально, которые любят красоту, любят изыск какой-то, попутешествовать, попосмотреть. Вот знаете, как бы люди умеют радоваться за других. Девочки, мальчики, спасибо вам просто огромное за то, что вы умеете радоваться. Но оказывается, не во всех людей, не у всех людей сидит злость внутри. Поэтому спасибо вам огромное, ребят, за это, что вы у меня такие тоже классные и позитивные, как я. Сейчас все истинные девочки напишут: «Алена, ты что не сняла сережки? А сережки-то где сережки?» Девочки, вот эту красоту я одену, они мне прям идеально подходит под мое платье на день рождения. И поэтому я их одену на свое день рождения, и вы их увидите уже на мне, именно под
платье. Они мне очень идут. Мне вообще идут длинные серьги. Я блондинка. Контраст просто шикарный. Поэтому вы на мне их увидите уже во всей красе, когда я уже буду накрашена, одета, в платье. И вот такую красоту вы будете видеть на протяжении всего-всего видео. Девочки, ну и так же, как вот я блондинка, но вот блондинка блондинки рознь, вот согласитесь. С одной своей подружкой, блогером, я разговариваю, она говорит: ты такая вся нюдовая, ты такая прям вот нюд, вот, а мне не идет нюд. Со второй блондинкой, подружкой своей разговариваю, она тоже мне говорит: вот тебе нюд хорошо, вот классно, а мне не идет. Да, вот действительно, знаете, я, наверное, нюдовая блондинка, которой идет нюд, поэтому мне вот все вот эти вот кремовые, нюдовые, все оттенки нюда, мне очень-очень хорошо. Не знаю почему, вроде бы блондинки и блондинки, все мы блондинки, но вот кому-то идет нюд, кому-то яркое, да, идет, цветное, кому-то однотонное, например, там, или только красные оттенки, или там только синие, да, вот, ну, все вот мы по-разному. Мне идет черный, мне идет белый, мне идет красный, мне идет, как вот вы видите, зеленый, и мне просто шикарно идет нюд. Я просто обожаю нюд. Я даже ногти зимой тоже могу красить в нюд, они мне не надоедают. Очень классно. По поводу вот этих вот сережек, вы скажете: Ален, ну ты же светлые волосы у тебя, и как бы и серьги светлые, пойдут ли они тебе? Да, вот посмотрите, вот я нюд, вот понимаете, вот я нюдовая блондинка, мне просто шикарно вот такие вот все нюдовые тона, вот видите, я даже, нельзя сказать, что я сливаюсь, вот нельзя сказать, правильно же ведь? Вот если даже, например, черное платье одеть или золотое, несмотря на мои светлые волосы, вот мне классно вот эти вот золотистые, нюдовые все оттенки. Поэтому, девочки, все мы разные, блондинки разные, маникюр у всех разный, цветовая гамма у всех разная. Это надо смотреть по цвету глаз, цвету кожи, ну и, наверное, по характеру. Кто-то более спокойный, кто-то более поярче, кто какой. Все мы, девочки, разные. Но я нюдовая 100%. Девчуля, ну все, я постирала и все-таки решила вам снять. А то вы мне сейчас 100% напишите, как Алена не показала нам целиком платье. Вот я их постирала уже, погладила. После глажки я их взбрызнула духами. Они у меня уже ароматом пахнут вкусненьким. Я люблю, когда вещи в гардеробной приятно пахнут. Поэтому вот смотрите. Вот видите? Вверх. Короче, перед, короче, чуть-чуть низа. В общем, вот такой сарафанчик. Вот такой вот сарафанчик. Вот так вот он с вырезом. Получается, здесь ремешок, я его еще не одела. Такой вот воланчик здесь тоже легкий. В общем, вот такое вот платьице. Дальше, сейчас покажу, я вам перевешу туда. Вот такой вот, просто на бретельках. И вот так вот воздушные как бы сделаны. Это футляр, то есть это абсолютно прямое. Вот так вот классненько, так вот сделано. Ну и вот это вот воздушное, оно просто летнее. Просто вот так вот оно. Взяла желтенькое. Оно классно сидит, такое легкое абсолютно. Его и на море можно, и здесь, потому что как бы у нас же теплая страна, лето жаркое, поэтому взяла что-то такое светлое, потому что я сейчас загорелая. Но, в принципе, я всегда загорелая. Ну вот, такие платьица я себе и взяла. Пишите, кому что понравилось, кому что не понравилось. Наверное, много критики будет, может быть, насчет вот этого желтенького, потому что я, скажу честно, я тоже насчет него сомневалась, брать, не брать, но я померила. И в отделе, кстати,
как вы уже увидели на кассе, работал мальчик гей. И он говорит: ой, тебе так классно, возьми, оно такое радужное. Ну, понятно, что им надо продать, это понятно, но оно на мне действительно, в принципе, неплохо сидит. И я думаю, да ладно, пусть будет, как бы желтенького у меня нет. Ну, пусть будет, оно легкое, шифоновое абсолютно, и на море классно, да и так оно прикольное. Друзья, хочу вам еще вот показать, что еще купили Лакоста. Ой, сейчас, секунду. Я купила еще Виталику, ну, во-первых, шорты я взяла ему еще одни, кремовые, такие они. Нюдовые, скажем так, кремовые. И я взяла футболки. Смотрите, у меня Виталик носит размер L, но именно в Лакосте он носит XL шестерку. Это очень тоненькие футболки. Вообще просто суперского качества. Изумительные. Вот если выбирать из футболок, вот Lacoste у меня самая-самая... Моя любимая фирма по футболкам. Lacoste и Hilfiger. Но Hilfiger не всегда. Но вот самые-самые из футболок... А, Boss мне еще нравится из мужских футболок. Но самые-самые по футболкам, по качеству, мне нравятся именно Lacoste. С крокодильчиком. Да, они все одинаковые я купила, но цвета разные, поэтому вообще без проблем. Я купила вот такой цвет, ему синий. Дымчатый. Ну, белое, понятно, белое. Он меня любит белое. Красную. Вот она, красная. И черную. Я ему тоже взяла черную. Пусть будет. Как бы черная классика. Ну, пусть будет. Вот сейчас тоже их все перестираю и поглажу им, повешу. Вот такие цвета футболок тоже еще, в общем, накупила. Вы уже увидели, что я уже сюда, вот в эту комнату, в которой у меня такая погладить, такая постирушечная, скажем так, комната для погладить, такая вот, ну, обычная, мы не желая, вот. И вы уже видите, что я уже в нее, да, переселяюсь, уже здесь начинаю шкаф забивать. А вчера Виталику говорю: слушай, мне, может быть, гараж-сейл какой-то сделать, вещи, ну, от вещей как-то, может быть, каких-то там продать уже, потому что уже столько вещей уже, что вот раньше-раньше я уже не ношу. Ну, во-первых, уже есть некоторые вещи, которые там мне маленькие, а есть вещи, которые уже просто поднадоели и уже не одеваю. У меня размеры там есть М-ка, Л-ка. И вот он мне говорит: ну, сделай гараж-сейл, возьми их, продай дешевле и все. А я ему говорю: слушай, я говорю, ну, мне тоже жалко их продавать. У меня все вещи, все вещи брендовые. Обычных вещей у меня нет простых. Были бы простые вещи, я бы вообще без, даже без раздумья, я бы взяла бы, сделала, скажем так, заодно видео сняла бы расхламление гардеробной и отвезла бы в Goodwill, или бы просто отдала бы, выставила вот, ну, на улице коробку с вещами и как ее, и просто кому надо, люди бы разобрали бы, забрали, или бы гараж-сейл вот сделала бы, что-то бы, короче, сделала. Но все вещи-то брендовые, жалко. Подружка мне сегодня говорит: тебе надо продать через YouTube. Может быть, кто-то из подписчиков захочет что-то забрать, купить у тебя, потому что у тебя все вещи хорошие. Все у меня вещи, все девчонки, все в идеальном состоянии. То есть, во-первых, они у меня все глажены, я всегда глажу. Во-вторых, они все брендовые. В-третьих, у них качество. В-четвертых, они у меня всегда висят в чехлах. Это вот я перестирала, и надо сейчас все перевесить в гардеробную. И, ну...
накинуть на них заодно чехлы. А я говорю, не знаю, говорю, надо подумать, но как-то надо потихонечку что-то с вещами, ну, предыдущие вещи, как бы, которые я уже не одеваю, либо которые маленькие, либо которые не одеваю, там, футболки, платья или еще что-то. Говорю, надо что-то как-то придумать, сделать какой-то вот сейл-гараж. Ну вот, не знаю, что думаете? Не влезаю в платье, испытала стресс, прикупила тортик, сука, в лес.